Ну что ж, давайте начинать, пожалуй. Здравствуйте, дамы и господа, мы Оксана Колпатанова-Дабатанова, hello, ladies and gentlemen. И сегодня, наконец-то свершилось чудо, еще раз сошлись воедино все, блядь, звезды, и я начал, блин, стрим. Капец, вот в последнее время вообще что-то через жопу у меня все получается, блин. По жизни, блядь. И до стримов вообще не доходят руки, да и, блядь, Dark Souls. Сука. Пиздец, какая такая вот игра, блин. Что, блин, ну... Неподготовленным, без выкроенного времени, блин, хорошего выкроенного времени для него, лучше не садиться, блядь. Вот я вот сел, елки-палки, вот и погорел на этом. И вот в итоге, блядь, мой Twitch-канал, мой YouTube-канал, ну и вообще все каналы, блин, хорошенько такие тормознули в развитии, блядь. И все из-за этого гребаного Dark Souls'а. Ой, ну блин, страдания заканчиваются, наконец-таки, все-таки мы приходим к заключениям и приходим к концу всех этих страданий. Почему? А потому что недолго еще осталось нам страдать, братцы. Вообще недолго.
Потому что вот ну я надеюсь, что недолго осталось, потому что, ну, осталось то, что вот наведаться к этой вот ложе хаоса, ебануть ее, блин. Блин, а может надо будет хранительница огня сгонять? У меня уже как раз вот есть вот эта вот одна душа. Ай, хуй его знает. Вот. Надо вот ее ебануть бы на. И я не знаю, вот рискнуть или не рискнуть бы на проходить вот DLC. Потому что я вот не знаю, насколько долго этот процесс еще затянуться может. Ну блин. Я хз, если честно. Может, он не будет так долго забирать времени у себя. А может, и будет. То, что я вот не знаю, ни хера об этом. Вот в этом-то и проблема. Я вот на всякий пожарный там пересмотрел. Ой, блядь. Способ, как туда попасть. И вот признаться, он капец какой муторный. Там, блин, там, во-первых, надо заебашить эту гидру, блин. Там потом в этот Анор Вандо, блядь, идти, блядь. Ой. Да, ну вот, а туда надо было идти, чтобы вот эту чашу, блин, сука, ебаная. Чтоб чашу взять. Вот. Потом надо вот это, к этому вот месту вернуться. Блять. Козлина. Признаться, это вообще муторное занятие. Просто-напросто муторное. И вот поэтому вот вопрос себе задавал. А стоит оно себя, блядь? Типа всерьез. Стоит ли в этот DLC податься? Ну, как по мне, надо, потому что, ну, там боссы, там жопа, там, блядь, локации. Вот только я не знаю, как долго оно будет длиться. Ой, в этом-то и проблема. Это вот я не знаю. Знал бы, было бы лучше. Ну, по-моему, не должно ничего предвещать такой беды, что ли. Так что, вполне возможно, после того, как я разъебу этого же хаоса. Ты, блядь, ракет тоже не долбоёб. Сороки долбоёб. Так. Как только я вот пройду вот это вот ложе хаоса, да? Надо бы еще понять, как его проходить, потому что я спецом гайды по его уничтожению не читал. Потому что, ну... Просто потому что. Большая душа. Секретного прохода нету. Блин, какой обдолбанный человек придумал вот эту вот херню, а? Щупальца какое. Да, блин. А вот сверху у него чересчур ауешная атака, блин. Если так вот присмотреться. Ну-ка, тут пиромант, он тоже здесь? Не то чтобы я был бы против этого, но... Не, не здесь. Зато здесь вот проход. А что за проход? Кстати, интересно. Там уже понятно, нас босс ждет. С хрен пойми, как...
какими-нибудь приятностями. Пиздец, а. Сейчас сожрет. Что за унитаз ходячий, блядь? Выплюни, скотина. Тут, блядь, а. Ну охуеть, конечно, блин. И что дал? Обломок красного титанита? Ну-ка, мимик. Не, ну это жестоко было бы через вчера, если был бы мимик. Пиромантия, огненный кнут хаоса. Ну блядь. Ну я уже давно-давно, блядь, завязал с этой пиромантией, блин. Ай, нахеру я вертел все это дело, блядь. Ну, более-менее красиво тут все. Блин, вот что-то мне не нравится. Я то, что с 6 эстусами пру на него, ну. На этого босса. Да еще бы понять бы, как на него переть бы, на потолковом. Хорошо, что тут прыгать нельзя, блин. А то какой бы смешной конфуз был бы. Так, давайте прикинем, на что ж тут можно делать. Во-первых, сколько у меня душ? 24. Ага. Такс. Хорошо. Вот эти два края, они чем-то типа поля, что ли, заблокированы, я хз. Так, надо, походу, поближе подойти к ней. Блин, опасно немного. Воу, воу. И? Ай, ты скотина. Так, погоди, блядь. Такс. А теперь что? Ей по барабану. Она не атакует вообще никак. Ну-ка. Вообще и по барабану. И что тут делать? Атаки как таковые не доходят по-нормальному. Ну вот тут печать. Ей вообще похеру. А, во-во-во. Ой, блин. Уже не похеру. Ай ты сука. Может пиромантия зайдет? А, погоди, погоди, рука. О, блядь. В смысле? Я могу пройти? Так, погоди. Так, этот огонь меня не ебанет? Опа. Странно, когда я налево шел, у меня что-то такого не получилось. Ой, вот. Теперь она, походу, всеми силами будет охранять левую сторону. Вот зараза. Так. Кого? Это вообще законно? Блять. Ладно.
Вы запринять! Вот сука. Она, блин. Всеми силами не. Блять. Ой, ёб твою. Погоди, 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 погоди. Блин, надо быстро. Быстро действовать. Ай, ты сволочь. Скотина. Ну охренеть. Брат. Брат солнечный, где ты, блин? Солнце ты моё, ёлки-палки. Ай, чувствую, тут неплохо было бы обзавестись максимальной прокачкой. Ты твою же ж. Занал. Так, это чтобы опустошение обратить. До 10. До 15. До 20. Потому что все равно у меня это счастье, этого счастья до хера просто. Так что, ну, да и боссы, блин, боссы же. Так что надо с этими боссами посерьезней. Если ванда, блядь, а? Кристальный брат, архитектор, склеп, его снежить, алтарь, доителя, могил, бездна, башня, принцесса, она ванда, блядь. И вот хз. Надо будет ли мне заново вот бегать? Если да, то это жопа будет. Если нет, то, ну, я не знаю. Просто, чтобы фляга с эстусом теперь плюс 2 стал, вот, типа, для этого. Сколько у меня душ? Ну с этими душами все уже по барабану, блин. Не знаю, потрачу их, душа великого героя, во, блядь. Потрачу бы на левелап все сделаю. 5000, блядь. А сколько там просят, да? 49. Эх, а когда-то я мечтал об этих 5000. Уф, 23, блядь. Воу-воу-воу, блядь. Полегче. Так, во что вкачаем-то? Я не знаю, давайте еще типа в стойкости. Вот это, блин. Я не думаю, что одной души великого героя хватит, чтобы покрыть весь левелап, так что... Да, так что погнали так. Опять заправим эту засранку. Или эту засранцу, я хрен его знаю, как в среднем роде бы, но произнести это предложение. Мне уже чисто, блин, по барабану, а? На эти души, на всю эту хрень. Просто одно желание у меня, блядь, это пройти это все и все. Просто чтобы отъебались от меня. Эти вот гребаные темные души. Да уж, ох не скоро я начну второй и третий Dark Souls. Ох, не скоро.
таким-то, блин, прогрессом. С таким багажом познаний первой части. Я явно не скоро начну перепроходить. Ой, блядь. Не перепроходить, а это проходить тут. Блин, может ёбнуть эту хрень, а? Типа, чё это такое-то? Сказать, эти хуевин тут до хуя, базара нет. И с каждой по 2000 такое, ну, не то, что из пиздец, да как до хера, ну и не то, чтобы капец как мало. Просто они такие большие, блин, на нервы подействуют со своими повадками. Ну. Как подействует на нервы мой косой персонаж. Который в глазки долбится, походу. Походу вот этим кольцом пользуются всякие вот эти фокусники, которые по углям бегают. По этим раскаленным. Есть же вот эти вот такие фокусы, где-то там, я не знаю, индус какой-нибудь там или еще кто-нибудь, да? Они встают такие на раскаленные угли, им по барабану, короче. Берут такие и все, им пох. Прямо пох. Я походу понял, почему им похрену, блин. В следующий раз присмотритесь к их рукам. Может у них кольцо какое-нибудь там. Как это кольцо называется? В сторону, блядь. Оранжевое кольцо. Кольцо. Оранжевое кольцо. Без названия. В следующий раз присмотритесь. Может у этих фокусников там оранжевое кольцо на пальце. В следующий раз будете знать, каким-то таким макаром они. Скотины. Каким таким макаром они умудряются на огне стоять? Ну, смотрите, 16 тестусов. Ну, по крайней мере, сейчас. А вот тут еще один проход. Да, вашу ж мать. Ладно, потом к нему присмотримся. Как только эту засранку завалю. Или засранца, или засранце, я хрен его знаю. Вторжение темной души, рыцарь Кирк. О, здрасте. Кирка побеждена. Вернуть оставшуюся силу темно. Полученная человечность. Зазубренный прям. Не, вот, неплохо, неплохо, мне нравится. С этих, блядь, вторженцев много душ падает. Ладно, теперь можно пройти через голосу. Хоть на этот раз ни воля повелителя, ни еще как-то хмыря не мешает мне.
Так, ну этот раз, ладно, понятно, типа, как надо действовать. Все-таки можно пройти в эту хуевину там. Только надо... Погоди. А, нихуя! Изначально уже? Ну это спать... Ой, блин. Не, ну это легко. О, блядь, ладно, возвращаю свои слова обратно. Нихуя это нелегко. Блядь. Давай я тут обойду. Блин, погоди. Не-не-не-не-не. Сучка. Беги! Беги! Беги, сука! Блять, ну в обход, почему в обход, а? О, черт, опасно. Беги, сучка! Сука, блядь. Ладно, отъебитесь, короче, раты путаю. Блядь. Не, ну это легко, ёлки-палки, блин. Ладно бы, если с двух сторон, а заново, но, блин, одна сторона готова, вторая ждет тебя. Не, я не понял, блядь, на этом боссе, походу, халтурили, что пиздец, блин. Может, это оно и к лучшему. Человек, которого я уже хорошенько так подзаебало, это все, блин. Ой, бля, ёбаный твой рот. Погоди. А теперь куда мне? В середину, что ли? Ай ты, сука. Ебать, что это такое? Блин, а там 24 души было. Вот, сука. Ну еще бы один левелап бы сделал. Ну, по крайней мере, сейчас на пути-то будет эта хрень, так что не огромная эта потеря. А если вот сейчас тоже это готово будет, то, блин, тогда я не знаю, тогда это вообще мега изич. Посерьез. Опа, осторожней. Вот тот лук драконоборца, я вот уверен, это чтобы того дракона пристрелить, который там вот пристроился. Блин, ну все-таки какой же с него шмот падает, а? Жалко, все-таки я не смог с ногого сита сдернуть шмот. Очень жалко. Не то чтобы, я не знаю, этот шмот бы что-то такого решал, чего бы я бы, блин, не решить не мог, или я не знаю. Вот, кстати, смотрите, а эти суки одноразовые. Но, блин. Когда у тебя такая мания собрать все и вся в большой такой степени прокачанная эта мания, то жалко немного то, что какой-нибудь предмет пропускаешь. Да, жалко. Да вы издеваетесь, но с такой высоты, ну как? Ох, этот регистратор full damage. Где-то там соточка будет. А может 200. 100
100-200 единиц где-нибудь вот таких. Блять. Ну ладно, возвращаю свои слова назад, больше. Ну охуенно, сейчас я теперь не смогу прорваться. Да, скажи мне это. Какой криворукий долбоёб придумал этот вот кривой прыжок в Dark Souls? Я просто... Дайте я ему руку пожму, а? Типа, всерьез, а? Ну, ну как можно до такого допереть, а? Такого уродливо скотского прыжка, а? Который только с разбега делается. Без разбега это вообще отскок. Плюс еще 41, и в итоге 60 с хуем тысяч всрали. Бля, я самому себе только похлопаю нахер просто. Я, блин, я на туре себе только похлопаю. Типа серьезно, ну это жопа полная, мне уж заебало все это, блядь, под конец. Ай. Побыстрее бы эту тварь бы она тюкнуть, она и все. Посмотрим, что там за DLC такое, блять, или, блять, я не знаю, и выбьем этого Квина уже. В конце концов, закончим. Я повторяю, закончим этот гребаный Dark Souls первый. И будь, и перейдем, я не знаю, в режим медитации набираться, блять. Набираться, блядь, сил для второго и третьего Dark Souls. Который явно не скоро будет. А до этого вы, пожалуй, резонно спросите меня. До того, как случится стрим по Dark Souls. А чем ты тогда заниматься-то будешь на своем канале? Я, пожалуй, вернусь к тому, чем я занимался. К тому, чем я занимался во времена начала своего канала. Опять, блин, чихнешь и какие-то частицы летают по комнате. Прям охота врубить вот ту музыку. Сука. Вот. А именно, я буду играть там, я не знаю, Refracer там или Осу. Или Melody Escape. Аудиосерф я себе, сука, еще не купил бы, но я хочу именно его лицензионную версию использовать. Ну, потому что, знаете, там рекорды, всякая прочая херня. А на кого смотреть более будут? На того, у кого рекорд на первом месте, там стоит всякая прочая херня. Типа, вау, топ в этой песне, я должен... восхищаться, что ли, типа. Или он топ на моей любимой песне, вау. Прям что-то захотелось его побороть. Для этого много-то и не надо. Ну хотя в аудиосерфе дохуя чего надо уметь. Потому что аудиосерф, он, сука, оказывается мини-менеджмент в этих очках. Не получится у тебя, типа, взять и путем сбора всех очков, всех вот этих вот цветных кубиков, получить максимальные очки.
Проблема в том, что для этого тебе надо наперед. Тебе именно надо знать песню, вычислять, типа, когда она набирает обороты, там, когда кубики более чаще упадают, когда более реже, чтобы собирать комбо. Потому что там все построено, не то, что именно комбо. Когда ты вот подбираешь вот эти вот цветные кубики, они у тебя заполняют вот эти вот три столбика. И тебе надо подгадать на тот момент, когда лучше всего надо собирать вот эти вот кубики. И как вот именно их выстраивать наилучшим образом, чтобы лучше всего у тебя получилось. Как-то так. Ну, короче, муторная эта херня. Ой, бля. С огнем прям встречает. Ух, огненное дерево, блядь, а. Теперь только вопрос. Как мне прорываться-то? А, посередине, походу. Нихуя себе, посередине, блядь. Опа. Нет! Сука. Я увидел проход, но я не успел. Проход закрылся. Ой, блядь. Сука. Как меня это заебло, а? Я кручусь как колобок. Дайте мне ёлки-палки, что-нибудь. Сопротивление огня, блядь. Типа, всерьез, я заебался просто. Ну я не знаю, какая вот, блядь, была. О! Отъебитесь, я просто не хочу, ёлки-палки, проходить всю эту локацию так муторно и так долго. В натуре бы на прохождение этой локации, по-моему, 5-7 минут на реального времени. Это заёбывает просто. Я могу, конечно, пиздеть бы и вас как-нибудь отвлекать, но вы, блин. Но я, блин, заебусь. Ну так вот. И типа вот такие посмотрите, вау, смотри, а он там прошел красиво, такой, ля, красавец, ёпта. Рекорд поставил, типа, а давай я его побору, там, и всякая прочая херня. Это может даже мотивация ваша будет к возвращению какой-нибудь вашей любимой игры, там, или еще что-то такое. Вам приятно и мне приятно. Вы посмотрите мое видео, поставьте там лайк, с кем-нибудь поделитесь там. На нахуй. Вот, вы с кем-нибудь поделитесь. На мой канал там подписку кинете, там комментик может какой-нибудь поставите, я хрен его знаю. Ну как-нибудь, типа, сделайте известным это видео. Вам приятно, мне приятно. Благодаря этому будет еще больше видео. Будет еще больше челленджей. Я прям тамадой стану, ёлки-палки. И конкурсы интересные, играть приятно. Или что-то таком роде, я хрен не знаю. Ну, короче, вы задумку-то поняли, надеюсь. Что я хочу донести до вас. А пока надо допройти уже этот гребаный Dark Souls. Так, ну. Проход мы увидели. Это раз. Два. Это вопрос, как к нему прорваться.
Ай, ты сволочь. Терпит все это хрень, да? Я ваши костры на бую, да, манал, да, на... Ой, бую вертел. Погоди. А, ну да. Погодите-ка. Ага. Ну так вот. Да ёшкин ты кот, блядь. Ну, ну что это такое, а? Да, погодите, народ. Да ты сука. Ну кто придумал эту херню, а? Ох, эти вирусы заебали вообще. Так, полный экран, блядь. Да. Ну так вот, вы сыграете, вам понравится, я сыграю, мне понравится, там, просмотры, лайк, там, всякая прочая херня наберется. Будет еще больше игр, блин, еще больше просмотров, еще больше лайков. Ну и, короче, благодаря этому запустите там вот эту вот цепную реакцию, всякую прочую херню. Ой, ну а пока надо вот это вот засранца пройти, блин. Блин, интересно, если это дерево обдолбаться, то ну, чё, сдохну я, ёлки-палки, что ли? Ну, потому что на скорости, сука, на скорости. Теперь он забил хрен, блин, неохота как-то ему было встречать меня. О-хо-хо-хо. Ладно, ладно, теперь ты встретил, засранец. Ложе. Блять. О, сука, блядь. Ой. Бля. Где этот номер левелапа, блядь, с этим задротом на час или геймер на час? Пусть он, сука, пройдет эту непроходимую карту, блядь. Я остановился на уровне с вертолетиком GTA Vice City. Я вызвал геймера на час, и я теперь заново могу ощутить это величие игры. Он прошел мне этот уровень, я теперь наслаждаюсь игрой, ман. Бля, ну кто-нибудь спасите, мать вашу. Протяните мне руку помощи, заберите меня с этой жопы, блин, а. Жизнь-то, Лен. Я хочу пером себе подмышку пощекотать всё-таки. И больше не вспоминать этот блядский Dark Souls. Ты так опиздадзаки, блин. Красавчик. Матерью клянусь. Красавчик. Интересно, что это за хуйня там, блядь, вот сидит, ёлки-палки, вот это вот. Что же за душа такая, блядь? Я на троллинг какой-то да, блядь. Ну охереть, проскользил, блин, и получил урон в полдэмэджа.
И заметьте, поэтому дамагу все-таки походу людям, которые по углям бегают, им больно. Все-таки им больно. Обидно, блин. Капец, он как неспешно ходит, а ну зараза ты гребаная, герой, блядь, сдохший нахер, скукурежившийся, блядь, беги быстрее, а ну пожалуйста. Напрыганцы, блядь, блин, я херею, вот, каково было бы мне сейчас играть, если я был бы без... этого кольца Харла. Экспириенс был бы незабываемым. Обрыгаться на обрыгать меня напоследок, у них поход святое. Сука, ну что ж, кривая локация. Вот давайте на примере этих долбоёбов посмотрим, как они сейчас ко мне поднимутся. Они не пытаются. Наоборот, они уходят. Нахер надо, блин. Вот такой уебищной лестнице подниматься. Ну чё, тут дебилы нахер? А, не, один только один осмелился. Его вариант не считается, он не на ногах. Он, блин, хрен пойми, как передвигается, так что он не считает, он не в счет. Ой. Ну все, там чуть-чуть осталось. Ну давай, ебаный в рот. 4 трая, блядь. 4 трая начинается. Ох, любит троица, у меня походу 4, блядь, я не знаю. Давай. Сможем. Мы сможем, ёлки-палки. Не, ну ёлки-палки, босс легкий, блядь. Я даже херею, с какой он легкий. Он не красив, не по Dark Souls, не по Dark Souls самый легкий, блядь. Язык сломать. Бам, бам. Ой, блядь. Прорвались. Рахитозная черепаха, блядь, да я твой... Сука. Ну это пиздец было просто, а? Как же это заебло уже, блядь. Блин, всерьез. Сколько этот хрен тянет на себе? Ну, блядь, 88. Ну, ёлки-палки, а. 88, 114. Ну, блядь. Заебало все равно, блядь, потому что он тормоз. Это я еще... Погоди, вот щит Хавела, блядь. Он... А, он же 50 просит. А, все. Ну давайте хотя бы в полном сете посмотрим, как он выглядит. Такой, блядь. И чё, получается он просто... Ну хотя, типа, он дамаг, что ли, походу, не наносит. Фу, не перенесет. Хоть это тупо, блин, чё-то немного. Знаете, это как в 300 спартанцев, походу, типа, то, что было, вот этот вот хмырь какой-то там, инвалид. Не мог тупо щит поднять. И его типа не, поэтому не приняли в армию бы. Блять, это тупо, если по-честному. Вот это вот завязка, типа, его предательство, она тупорылая до беспредела.
А его отказ тоже тупорыл, что капец, мана. Типа... Ясно, понятно, типа его нельзя принимать потому что он типа не выдержит фалангу. А кто сказал то, что его надо брать в первые ряды, блин? Я типа всерьез хочу понять вот этот прикол, блин. Типа кто сказал то, что возьми его в первые ряды, блин, а типа... Или, блин, скажи, елки-палки, ты не так... Ты не так... недостоин в данный момент бороться в наших рядах, типа докажи, что ты достоин встать в наши ряды, а именно там, я не знаю, когда мы будем биться с персами, иди убей там парочку, я хрен его знаю, докажи, типа, его там 100% прибьют, потому что, я не знаю, он инвалид, блин, а инвалида прибить, блядь, я не знаю, это тебе не этот, блядь, а стинг-минер, блядь, из этого, блядь, гетто, нахер, который всех нигерами обзывает, блядь, и пиздит своей этой палкой, блин, он, сука, слепой, нахуй, слепой, блин, и на полных щах, блин, мой отпиздит тебе, блин, на всю армию персов, блин. Еще их нигерами обзовет. Он даже сатану, блядь, обозвал нигера, блядь. И его приспешников отпиздил, как нехуй делать, блин. Черножопый, сука. Я хуею просто без баяна, нахуй. Ой, блядь. Серьезно. Вот, пожалуй, во всем мире единственный инвалид, который точно может бы отбить атаку персов, блин. Он настолько охуевший, блин, на то, что я не знаю, он. Его один раз отпиздили, в ад отправили. Он из ада вернулся, блядь. Сволочь. Он из ада вернулся, блядь. Его опять отпиздили, блин, вернули в ад, блядь. Потом в третий раз его дружбаны, блин, старики, блин, приперлись. Их отпиздили, в тюрьму отправили, блин. Потом, оказывается, у него был робот, блин, созданный по его образу и подобию, короче. И такой, отпизди вот этого вот деда, типа, ну этого, титан, который там... этих двух пиздюков, блин. Да, эти пиздюки вообще жесткие. Они тебе и перестрелку, и революцию, блин, и переворот, блядь, и все, что ты хочешь, устроят, блин. Ой. Ну вот, короче, и этого тоже отпиздили в этом боксе, блядь. И он такой, да ну нахуй, блин, этого стинг-минера, своего этого создателя, даже не знаю, блин, ты че, ёбутал? Да ну в пизду, блядь, мне с тобой драться. И вот на этом порешали. Ой. Вот. А того вот этого вот хмыря, его бы отпиздили бы на как нихер делать эти вот персы, и все. Он бы сдох, и, блядь, все. Такой. И пришел бы этот царь Леонид, я не знаю, там. Ты пал смертью храбрых. Я тебя уважаю, короче. Хоть тебя весь мир признал этим, блядь. Инвалидом, но ты доказал, что даже инвалид может быть хорошим воином, там. Я не знаю, рассказал ты бы ему всякую, блядь, тупорылую херню, блядь, ну, хоть что-нибудь. Ну, но нет же, он сказал ему, нет, ты не можешь, потому что ты такой, типа, ну, блядь, и поэтому мы тебя не можем взять, блядь, и всякая прочая херня. И поэтому он их предал, типа... Бля, ну или по крайней мере на тринте, да, я тебя беру, но сказать ему, слышь, займись там помощью раненым там или еще чем-нибудь. Типа всерьез. Столько разных херни можно было натрендеть ему, блин, а... Что за говно? Столько разных хуйни можно было натрендеть, но нет, он, блядь...
Он, блин, подумал, что гораздо прикольнее бы на нахуй его послать, блин. Вот и, блядь, нахуё тебя и тоже навертели, блин, типа... Бля, я, короче, в ахуе от этого сюжета, блин, в этих 300 спартанцах. Это просто... Плюс 10 тысяч. Плюс 20 тысяч. Вполне мог покрыть все расходы. Вполне мог. Базара нет. Ладно, давайте перенесем все. Во хуйно мандо, блядь. Мне, пожалуй, сапоги можно снимать уже, да?